Тоже всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Дариди, мы продолжаем играть приложение ВКонтакте «Восстание хищных машин». Так, ну что ж, мы пока не будем эту тачку покупать, потому что, ну, у нас одно видео набирает много просмотров, а остальные, ну, пока так себе. Вот, поэтому, так, я не знаю, есть арена, короче, магазин. В принципе, можно будет что-нибудь, ну, посмотрим, если что-нибудь купим. Так, денег у меня пока что не так много. Премиум детали всякие есть тут. Так, один голос стоит 100 шестеренок. Два голоса 250, три голоса 500 шестеренок. Ну, посмотрим, пока не будем покупать. Цена 600 шестеренок. У нас пока таких денег нету. Что ж, 11 уровень. Давайте попробуем. Получится у нас или нет его пройти. На нашей тачке. Легкий, конечно же, легкий уровень. Можно дополнительные возможности можно было взять. Наверное, надо было усиление к аптеке взять. Блин, у меня бомбы-то нету, закончились. Так, собираем. С тобой. Не получилось взять. Мы тут опять поиграем по ходу дела. Как и в прошлой серии. Не хватает у меня, к сожалению, кристаллов. Продолжаем. За первый день мы забрали 50 кристаллов. Хорошо. Достижение, давайте посмотрим. Отлично. Так, уровни. Пока не надо. Так, статистика. Также есть арена. Давайте попробуем все-таки на арене поиграть один раз. Как там? Интересно. И идет загрузка. Отлично. Так, едем. А сколько я метров проеду? Сейчас узнаем. Ах ты, блин, сколько много их там было. Шестеренок-то. Так, у меня есть одна бомба, если что. На всякий случай. О, хорошо. Сколько там много, уже едут за мной. 2000 метров пока что проехали. Нифига себе, как много-то тут. В принципе, пока мы легко справляемся. На арене. О, замечательно. Шестеренки нам пригодятся. Бомба не сильно помогает нам.
Так, немножко они отстали. 5000 метров мы проехали. Нифига себе, там какой здоровяк едет. Нам надо от него бежать. Иначе нам вообще хана будет. Так, газуем, газуем. Немножко... А, блин, я тоже застрял. Нафиг убегаем. Сколько мы? 6000 метров уже проехали. Нифига себе, сколько их было. Этих шестеренок, блин. Вообще мне не фартит. И тут надо как раз было летать. Подарок тоже не взяли. 8000 метров проехали. Блин, не получилось. Отлично. Не знаю, сколько я продержусь. Я уже 70, да, убил. Очков. А тут всякие бомбы, все. 10000 метров мы проехали. Давайте поделимся рекордом. Поделились. Так ты сделал, Леню. Давайте расскажем об этом. Собрал 1000. И 81 шестеренку. Это круто. Так, и что мы купим в магазине? Это нам пока не хватает. У нас сейчас какая татуировка? К скорости. А это к броне. Давайте лучше к броне оденем. Так, не, я лучше, конечно, прокачался. Так что пока что оставим. Легкий. И возьмем, пожалуй, к жизни и скорость. Посмотрим. То есть у меня сейчас побольше будет жизни. Как проехать? Сколько мы половину дистанции проехали? Отлично. Давай, давай, давай. Ну, чуть-чуть. Фу. Я думал, мы не доедем. Много всяких препятствий уже. Блин, круто. Жизни. Давай. Блять, много не получилось взять.
эти помешали гады. Так, ну мы прошли все же с бонусом, ну прошли. Так, лишь на уровне. Сейчас будет, видимо, финал. Давайте посмотрим достижения. Босс сейчас будет. Активируем. Так, ну шестеренок нам все же пока что не хватает. В магазине что бы купить? Не, ничего не будем пока покупать. Играем бонус. Бонус к жизни, я думаю, это самое главное. Нифига себе, здоровяк-то какой. Он только меня сильно калечит. Как же он достал-то меня. Блин. Прям в космос улетели. What the fuck? Давай, немножко осталось. Нифига себе. Все, мы выиграли. Ух, ну это было не так-то легко. Давайте крутим барабан, может что-нибудь выпадет достойное. Сотка. Продолжаем. Так, уровни. Прошли финального босса, предфинального. Так, забираем 300 монеток. Следующий нам даст 400, аж на круто. Так, ну теперь мы можем прокачаться точно. Турбо, значит, у нас на 10% больше. Отлично, покупаем. Так, круто, можно купить, я не знаю, давайте жизни купим. Броня 110%. Отлично, тачка стала более крутой. Так, 13 уровень. Предлагаю, знаете, начну, допустим, 5 уровень взять. Его пройти на тяжелом. Давайте посмотрим, как это будет. Там тут вообще легко нам. А, блин. Пропустили, короче. Анза же можно ехать? Чувак. Я хочу назад проехать. Хочу подарок тут взять. У нас будет шанс с вами что-то достойное выиграть. Вот, в принципе, он. Мы сейчас разгонимся заново и попробуем его собрать. Ну, в принципе, отсюда можно будет. Давайте. Так. Нет, назад. Кстати, а нитро само теперь восполняется почему-то. Было бы круто, если бы так оно и осталось.
Так. Окей, взяли. Взяли подарок. Теперь мы сможем как-то, ну, более аккуратно играть, более правильно. Взяли второй бонус. Так, отлично. Три бонуса у нас. Когда мы пройдем, мы с вами три раза крутанем барабан. Так, ну что ж, давайте. Первый раз. Что нам выпадет? Сотка. Ладно, нормально. Сотка лучше, чем 50. Тысяча. Позволяем 50% к энергии. Не так-то уж и много. Так, уровни. А, ну вот, в общем, наш результат. У нас закончились жизни. Можно будет купить, конечно, за голос. Но я думаю, в принципе, на этом можно серию пока что очередную закончить. С вами был Дарий. Ребята, всем, кому нравится видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Вот, если видео будут набирать просмотры, мы с вами будем продолжать снимать обзор на эту игрушку. И, возможно, что-нибудь будем покупать. Вот. Ну, по-моему, мы с вами что-то покупали, да, или нет? Так, ну, что-нибудь все равно мы с вами купим, по-любому. У нас одно видео набирает просмотры, поэтому я и снимаю обзоры. Если будут продолжать, ну, другие тоже будут просмотры набирать, мы с вами будем что-нибудь купим, по-любому. Вот. Ну, пока что, ребят, всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.